Производить ремонтные работы и замену оборудования невозможно, не отключая город от сетей. В течение года, как выражаются сами коммунальщики, они в случае необходимости лишь латают дыры, вместо того, чтобы полностью восстановить вышедший из строя участок. В настоящий момент работы ведутся в одной из самых больших котельных города, номер 14. Построена она была в 1984 году и охватывает несколько микрорайонов. Это Макаренко, Завокзальный и весь центр Сочи. В данное время на самой котельной производятся следующие виды работ. Работы, которые без остановок произвести просто невозможно. Значит, это работы по газовому хозяйству, это работы по кип и автоматике котельной, это работы по электроснабжению котельной с электрооборудованием, а также работы по технологическому оборудованию, по теплообменному оборудованию, диораторам, аккумуляторным бакам и так далее. Работы сейчас ведутся и на всех насосных станциях, и центральных тепловых пунктах. В общей сложности в процессе заняты более 70 специалистов Сочи Теплоэнерго. И все работы они должны завершить в течение 15 суток.